Ты что там, рыбу ловишь? Да, мы все спортсмены. А у тебя что, дата не стоит? А? А? Дата? Это твой? У тебя тоже есть, да? Нет, старый. Я хороший, да? Здорово. Молодец. Очень приятно, Сибиря. Будь здоров. Мы в бурном тянем, берем удашение. Не кашляй. Корреспондент. Нью-Йорк Таймс? Таймс, да. А ты лысый? Помолчи. Не, я один, чтобы он. Пусто? Где? Конечно, пусто. Я знаю, вот засними этот. Дал стой 45 лет отремонтировать. Я его снимал уже раз 50. Да? И а это дерево. Но только не контра, вот это. Вот это. О, салам, братья, не тайся, не тай на ворне, ё. О, сам чиду. Красавчик, машаллах. Машаллах, не тебя что? Ради него надо жить. Я уже скоро в школу пойду, да? Ради него. Все, да, бросил. Görayda. Можете передать привет. Спасибо. Браба, я же окудун он, ей вердиğim. А, окудун он. Gördün ne lanetler var orada. 10 gram можно. Давай, давай. Салам, братья, не здесь он? Я да, салам. И все наши люди здесь. Все наши люди здесь. Да, салам бер. А салам бер. А не здесь? Ехан. А. Бы шей джиюдин, да. А у меня ничего нету. Джамка, тебе надо греческий орех положить куда-нибудь. Между и чтоб лопатками. Ты его между каким местом? Между лопатками. А, ну я и говорю туда. Тогда уже горб не будет. Между левым и правым частям. Тогда уже горб, горба не будет. Горб. Да. Потому Прижи что нам. Весь сил. Не пропусти. Она как в груди. Давай снимем. Это специально для тебя. Спасибо. Кушай на здоровье. Красивые, красивые девушки, да? Все. Завтра смотрите. Телекомпания «Лидер». Приветствуйте. Пока. Помыли, почистили. Пошли, пошли, пошли. Островский, давай! Бакинский метрополитен.
конечно. Ты видел, Лямя уже гельмишты. Вася нос везде. Мы едем в неизвестном направлении. Слушай, какой ты страшный. Я вообще красавчик. Давай я снимаю. Алим, у нас и так всех видно. Мы едем. Куда-то едем. Да. Сабунчик. Впереди нас корреспондент Нью-Йорк Таймс. Алихара Сабунчик. Он знает, куда ехать. Да. Будем освещать, я понял. Сильно светит, да? Молодец, взяхни, наверное. Чё? Теперь я все не стою. Ай, не, адын такой, блядь. Нариман, Нариман, сейчас. Чунки хейчар бурда, да. Нариман, хейчали бурда, да. Скотина, что ты мне бурдаешь? Нариман, да. Адын больше Нариман. Да, он дурас, это натурально. Нариман, Нариман. Бро, он меня кусает, он меня кусает. Вот это чистое. Так чистое, да, как Орбит без сахара. Заветим бахта. Африкан, что ты? А нет, там какой, не свет, нет. Вот тут по-африкански. По-африканскому написано. А ну прочитай. Не, это индийский. Индийский? Что здесь индийский? Вот он, главный индус. Давай, 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 пошли время. Давай, давай. Садит на жердая бах. Агло, гарейди. Сорит жалаг элади. Инди, хаят тарафи, агло, жалаг элади. Жалаг элади. Бэле, бэле, ири ту. Чөл тарафи, гарады. Бағда да бу. Йо, бағда ел, зәт, советский да олды. Хаят дей, мэнда. Bu boydadır, bak 46 ildə bu boyda olurdu. Həmən zadı nədir, ateşkərdən aparmışdım, buradan burada tutun. Bu boyda idi, bu barmaq boyda. Eyxan, barmaq boyda idi bu. Biləm, ha, o su axıcısı gəlirdi. Buradan çatlar təmizlədilər bu divarları, zatları. Sabirəm, o su gəlirdi sizə heyətdə, oraya ekmişdin sən dedin. Qapının ağzına. Hə? Qapının ağzına ekmişdin, həmin o. Hə də, qapının ağzına, ben buradan aparmışdım da. Həyətdəki 5 ailə olurdu. Bir dənə nə kör, çöp, ot tutub yanıb. Gəl, gedə yolda da. İndi olan hamısı köşdə var. Burada, 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 burada. Ya, çəsində gələ, niçə nə yüz? Hə, o cəsində. Çox orada yox, biraz burada. Çəsində. Вот все. Давай, это сам. Отсюда ни хрена не видно. Ничего не видно. Посмотрят, какие здесь ставки. Вот смотри, какой красивый. Козлы.
очень дорогой. По Алтамбергену, да. Какие красивые девушки работают в этом магазине. А это ваш директор, я так понимаю, наверху, да? Да, чувствуется сила. Надо будет торт взять, попробовать. Какой торт? Не готов. За 50 тысяч торт, у меня через горло не пройдет. Да ладно, а что такое 50 тысяч? В наше время это... Ой, шеф, тали салабим, яхты пирожки везет. Я в ролет. Саня. Ну что, поехали? Тебя ждет он. Бедный он, устал сидит. Купаться будет? Кто хочет купаться? Он ночной берет? А? Немножко берет. Ты знаешь, сколько? А ну слезь оттуда! Сколько осталось еще? Смотри на нее. Леша широкий. Широкий, да. Спотыкнулся, упал, потом иди тебя достать. Очнулся, Гиб. Ты плавать не умеешь. Плавать не умеешь. Да. Кто тебя будет спасать? Эхан, по-моему, чуть-чуть знает, но он... Ты когда одна тоже, наверное, сюда взбираешься, да? А? Когда гуляешь, взбираешься сюда? Не под каким... Куда можем доплыть? До Ростова доплывем. Черное море дойдет. Черное море, море. А где дедуля? Он решил не откладывать на завтра. Дедуля там сидит. Да, я здесь сижу, читаю. Любовные письма читает. Читать. Да, любовные письма. Ракушка стоит еще. Что с ним? Я реставрирую. Да, его красиво расставили. Черное колесо. Вон черное колесо. Черное колесо? Черт. Черт побери. Черт побери. О чем пишет столичная пресса в эти трудные времена? 451 по Фаренгейту. Ну, немного сядьте, подышим морским воздухом. Правильно, да. Посидите. Дедуля на проведет фоне... урок политэкономии. На фоне такого прекрасного. Супер вот, современ. На моей фуражке что написано? 76. Некультурное слово. С трех букв. Не, ну вот здесь сколько, какая цифра? Цифра? 76. 76, по-моему, да. Когда мне говорят, сколько тебе лет, я говорю, вот. А тебе ради столько? А? 76. Да. Я думал, тебе 16. До 115, до 120. Я уже запланировал. Запломбировал? Тот, кто сколько говорит, хотя бы дожить до 60, именно доходит до 60 и умирает. Угу. Кто говорит, ну хотя бы до 70. Я запланировал, как прочитал, я говорю, 120. Бог. Больше не меньше. Создатель Всевышний. Да. Отпустил человека минимум 120. Минимум 120. И максимум 900 лет. Но 900 я не хочу. Почему? Да, но и прожил 900 лет. Правнуки. Нет. Представляешь, как они все, каждый придет, дедуля Ширван, да. Пра-пра-пра-пра-пра-правнук. Да. Да. Все равно тебя будут всех назвать дедуля. Минимум 120. Но вся Америка доживает еле до 60. Да. Потому что обжоры там. Да. 25% передадим, школьников. Передадим известно кому. 25%. Не, в газете пишут. 25% да. Школьников страдает ожирением. Урод, ты представляешь, как да. Ты сам. У нас родственники тоже там страдают ожирением. Ага. Не, и это ну, самое как. Нет, не буду есть. И потом, в основном, враг номер один Америки это инфаркт. Инфаркт. А теперь рекламная пауза. Передаем последние сведения из Макдональдса.
Это уже рыбкам брось. Биг Мак. Да, сюда. Кушайте. На здоровье. Да. Пожалуйста. Шоргугал. Ты ваш не работал. Человек вон такой тяжесть тащит. Где? Штатив. Он его использовал не по назначению. Он сидел, ковырялся в своих дырочках в носу. Ну что, Ильхам, да. Завтра утром выходим? Да, конечно. 6, на охоту? 6:30, я тебя давай разбужу. Давай. Три женщины, молодые женщины. Да. Одна вот так руками задом вот туда смотрит на солнце. Вот так. Наверное, просветление ищет. Другая головой к солнцу, ноги вот так подняла. А третья сидит вот так, сложила ноги. Ой, ой, а да, не, у меня не получается. Ну, когда 120 будет, получится. У все впереди. Надо разрабатывать. Да. Я хотел спросить, кто вы, йоги, там, нэблем-нэб? Йоги, вашу мать. Ну, они все русские. Завтра спросим. Завтра спросим. Да. Вы знаете, где занимается, я тоже пойду йогой заниматься. Самое интересное, спроси у той, которая задом повернулась. Вот. Что она вот так задом повернулась, и прям к солнцу. А и... там солнце восходит. И да. Что она там задом ищет? Не знаю, и так без движения они сидят. Без них единственное. Ох ты. Поехали. Ты представляешь, не знаю, 5 часов или 6 часов. И смотрим этот самый, тень вот так движется. Я только успел там кое-что сфотографировать. Раз, через 10 минут полный мрак. Как там быстро это самое движется, солнце. А в Ленинграде об 11 часов смотришь солнце там. Там же прям круглое солнце. Но он не греет ничего. Там вот ночное это самое. Блестит, но не греет. Ну, в Москве тоже долго это. В Москве тоже, да? Иногда вот 10, 10, 11. Не, ну когда полнолуние, везде светло. Ну, коляску с ним. Коляску с ним. Это ж не наша коляска. Ильхам, ты там часы и дату ставишь? Нет. Не, иногда дату и время надо вставить, да. Надо. Без даты, откуда знаешь, когда снимал? Может, 10 лет там назад. Может быть. Да. Какая разница? Не, ну мы через 10 лет будем такие же. Большая разница. Ты 120 лет собрался жить. Зачем тебе дата? А, не, я уже узнал, что когда это заснято. И время, и это. Эх, она... Ты этот самый жемчужина снял крупным планом? Да, да, пошли. Чего? Говорю, моля, тише. А чего? Я не чихаю, я зеваю. Не важно. На что, подслушивают? Так, ну ладно, подъем. Рот, подъем. Да не, на фоне жемчужины. Ты и Джамиля иди. А вы, зрители, будете хлопать. А, не, не, вот даже на фоне вот. Чтобы эффектнее было. Только со всеми спецэффектами. Ага. Der bir tane koca kişi gelir doktorun yanına. Der doktor neyim der ki kulaklarım ağır eşidir. Der neden bildim? Der ki cavanlıkta der Ostran'da eşidirdim. Şimdi eşitmiyorum. Bir alıp dermanları iç. Hamsi geçecek. Der doktor şimdi kulaklarım yakşı eşidecek. Der yok bir gürültüyle osturacaksın. Senden başka komşular da eşidecek. Evet, şimdi birini de danışım orada. Nafonicim çocuk. O da cavan oğlan gelir doktorun yanına gelir. Der doktor. Ну подожди сначала. А. Der cavan oğlan doktorun yanına gelir. Der ki doktor. Ben neyim der. Ben yuxu basan kimi yerime işiyorum. Der yuxuda ne görürsen. Der görürüm görür şeytan balası gelir der gelişir. Ben de işiyorum görürüm yorgun da şey yaş. Der doktor der git yat. Öyle ki gördün şeytan balası geldi. Ha, dedik gelişe de ne işemsin. Yaxşı, getdi. Obusu gün gəlir, deyir, doktor, mənim işimi laq körradır. Deyir, nə? Şeytan balası deyir, gəldi, dedik, gəl işə. Dedim, işəmişəm. Deyir, onda gəl sıçaq. A теперь перевод. Да, а перевод что-то.
Это молодой человек приходит к доктору, говорит: доктор, что мне делать? Я говорю: как ложусь, я писаюсь на постель. Говорит: а что ты во сне видишь? Я вижу, чертенок приходит, да, говорит: давай писать. Я писаю, смотрю, это как ее, весь постель. Доктор говорит: иди спи. Как заснешь, как он придет, скажи, что. Если он скажет: давай писать, скажи: писай. Теперь заснул, там все, на другой день приходит: доктор, все мои дела ты испортил. Говорит: а что? Теперь чертенок пришел, говорит: давай пописи. Говорит: я уже писал. Ну теперь давай, давай покакаем. Да. Ну. Да, мужик приходит в магазин, говорит, что дайте мне 1 грамм колбасы. А женщина говорит: а ты не это самый, не обожрешься? Будете грубить, я вас заставлю еще и нарезать. Старый вещь покупаю. Раньше был, да. Да. А старый вещь покупаю. Да, я один раз взял свой костюм. Думаю, посмотрю, сколько он мне даст за этот костюм. Да, все. Да, он как придрался. Ара! Ты представляешь, заставил меня продать этот костюм. Да, он да. Все прибавлял, прибавлял. А старь вещь покупай. Так, ну что ж, ну как, это наш новый яхт-клуб. Сейчас мы его поближе зафиксируем. Там тоже эстакада. А для него что? Вся нефть.